И снова здравствуйте, всем привет. Итак, вот такой получился джедай. И анимация именно с миксама. Можно световой меч ему тут дать, и будет, в принципе, прикольная анимация. Вот он приземляется, тут в руке должен быть меч. Потом, возможно, сделаю тоже светящийся, вставлю ему в руку. И вот такой вот, такая вот поза у него. Так, давайте разберемся теперь, как можно сделать анимацию, значит, вот, как его назвать, плаща, файл, импорт, значит, опс. И уменьшаем его S, подгоняем под нашего персонажа. Конечно, можно вставить ему кости. Так, что тут получается? Чуть-чуть вперед. Так, еще чуть-чуть, значит, вперед. Вяжем вот этот, выбираем плащ, через Shift левая кнопка мыши, так, N панель, принтер, key. Вот так, нажимаем через Shift на кости и делаем по просто ролику, это значит Ctrl-P, сочетание клавиш, Empty Group. Теперь выбираем просто плащ, находим модификатор, дата, это не надо, дата трансфер. Ставим пипеткой на нашего персонажа сюда и привязываем все это как вертексами делаем. Вертекс группа и apply применяем. Вот теперь он будет прыгать и все будет к нему приделано. Ну как вот все это делать теперь, ну, чтобы развивалось, допустим, при прыжке, да, не симуляции делать. Давайте добавим. Выберем, значит, плащ и добавим шипки базовый, потом следующий идет, с которым будем работать. И на этом шипке давайте мод чуть-чуть это все дело подкорректируем. Значит, так, симметрию включу. Теперь получается, ставим или граб, или эластик деформ. Ну давайте эластик деформ. И чуть-чуть тут это все дело, значит, посимпатичнее так сделаем. Смотрим, чтобы вот эти части одежды не вылазили. Аккуратненько все. Так. Это будет вот базовая поза с воротником. Вот с этой части. Давайте ее пропишем. Так, следующее, вот где он прыгает, нужно еще создать один шипкин. И на нем уже так. Значит, делаем побольше вот эти растяжки. Так, наверное, на верхней точке будем вот на этой делать. Чуть-чуть это все. Ставим до максимума. И вот теперь работаем. Так. Надуваем его плащ. Чуть-чуть я как бы назад. Если что, здесь можно и шифтом пройти, сгладить. И вот этот пинжак побольше надуваем и уводим как бы вот, вот в эту сторону. Вот. Так, симметрию можно включить и чуть без симметрии поработать. Так, здесь надутость.
Ну вот, как-то так. Чуть левая кнопка мыши чуть-чуть может где-то выгладить. И опять же смотрим, чтобы вот эти все детали не вылазили. Если где перекручено, можно чуть-чуть шифтом. Так, попробуем. Чуть-чуть пролепить. О. Вот это дело опять же прописываем. И получается у нас вот персонаж начинает прыгать. Меняется вот этот первый кадр. Давайте его на место. Здесь он собирается прыгать. Мы чуть-чуть еще уменьшаем. И потихоньку так вот шипки проводим, добавляем. Чтобы побольше было кадров вот этих. Так, здесь он уже сбился, нужно уменьшить. Так, следующий кадр надувается потихоньку. Ну вот, что-то в этом духе. Так, вот где приземление, тоже нужно чуть-чуть как бы надутость добавить. А где приземляется, нужно уже уменьшать. Вот что-то в таком духе. Ну, также можно с рукавами поработать, добавить шипки. И точно так же прописывать именно. Вот. Плюс шипки увеличиваем до конца. И уже так, Ctrl-Z. Чуть-чуть, значит, грабом вот эти части можно уплотнять, корректировать. Вытягивать, здесь где-то вот в руке уплотнять, чтобы не залазило на кисть руки. Тоже вот это вниз делаем потоньше, опускаем прямо на руку. Вот так. И опять же, чтобы рубашка, какие-то детали не вылазили наружу. Вот так. Ну, подмышку, оп, поменьше, чуть-чуть тут побольше. Прописка. Ну, а теперь чуть-чуть уменьшаем, чтобы создать эффект движения. Вот тут. В минус можно. Где он встает, уже создать вот такую вот движуху мозга. Именно чуть уменьшаем. Это значит G. И сюда чуть-чуть прибавляем. И она уже будет у него трепыхаться на ветру.
Ну вот, чуть порезче поставить, побольше амплитуды. И все нормально работает. Ну вот такая штука. Так, теперь я вот эти шипки поудалю. И вот эти тоже удалю, они в принципе не нужны. Так, чуть-чуть головной вот этот плащ уменьшить, чтобы симпатюшный был. Так. Ну давайте попробуем теперь симуляцию. Так, симуляция. Так, выбираем плащ и нужно отключить вот этот модификатор. Теперь делаем Ctrl. Так, через Shift выбираем кости, Ctrl P и делаем with automatic widget. Связку. Так, теперь выбираем плащ, ставим ему симуляцию ткань, а на нашего персонажа ставим симуляцию коллизия. Так, выбираем плащ, здесь ставим семерку. Так, дальше побольше вес килограмм. Air Version поменьше Air Version. За место танца вот ставим везде по 1000. Так, а здесь ставим точка 100. Дальше идет опять же 1000. 1000 и так далее. А здесь идет точка 0,50. Ну, вроде бы так. Так, теперь на коллизию. И ты вот этот чуть-чуть ее побольше поставить. Так, хорошо перевести. Выбираем шмотку. Находим кетч. И делаем запекание. Запекание я сделаю где-то на 30 кадров, чтобы долго не смотреть, не сидеть. И делаем бейк. Запекаем всю эту симуляцию. Так, смотрим, что получилось. Вот сильно большая вот эта парусность. Так, еще с этим надо будет посидеть, поэкспериментировать. Ну, вот такие показания. А ну-ка, где они тут? Значит, множитель 1600, масса точки 11 килограмм. Плотность воздуха 1000. Так, жесткость 7905-200. Изгиб никого. Структурный сдвиг 7200-6500 никого. Ну вот и все. Ничего такого. Еще вот с этими надо будет компонентами поиграть. И все. И будет симуляция. Но мне как-то шипкеями больше как-то понравилось. Здесь, конечно, если ее настроить, может она будет вообще бомбовски выглядеть. Но пока вот такие пробы, такой эксперимент.